Приветствую вас на моем канале. Спасибо, что заглянули в гости. Меня зовут Лилия Донскова. В этом видео я вам покажу, что я заказала из каталога номер 5 компании Oriflame. Заказ получился на 423 балла, поэтому посмотреть есть что. И много подарков, и продукции из категории новинок. И сразу похвалюсь вот этой коробкой. Я очень давно захотела эту новинку, хотя у меня комплекс на бейдж по уходу за лицом еще не закончился. Но я так хотела попробовать новинку, потому что компания заявила, что даже уже с первого применения морщины сокращаются на 49%. И вот эта коробка с полным комплексом NovAge теперь моя. Я уже попробовала сегодня. Кстати, результат увидела сразу. Мне очень понравилось. Даже не стала убирать баночки, потому что буду сразу пользоваться. Посмотрите, изменился дизайн, другой цвет у серии. И крем для глаз, который раньше был с металлическим шариком, теперь с дозатором, такой же, как в серии Ultimate Lift, обращаю ваше внимание. Аромат у серии просто необыкновенный. Мне понравилось все, и мне кажется, эффект видно прям сразу по контуру лица. В основном у меня проблемная зона, и морщина вот над бровью. Я все время так скидываю брови и очень активно работаю лицом, поэтому... Ну, как ни крути, но морщинки появляются. Мы записали отдельное видео. Посмотрите, как я этой серией пользовалась. Все свои впечатления сразу рассказываю. Поэтому не буду сейчас на это тратить наше с вами драгоценное время. Так, я убираю в сторону. И продолжаем смотреть, что в заказе. Так, буду сразу доставать какие-то вещи и наряжаться. Со скидкой 50% я взяла себе... Та-дам! Сейчас покажу. Буду распечатывать сразу. Так, так, видите, как все запечатано красиво. Ожерелье. Я решила дополнить комплект сережек. Мне они очень понравились. Я подумала, что ожерелье все-таки мне такое тоже нужно. Хотя у меня было другое ожерелье, похожее. Но в любом случае красивее смотрится, когда полный комплект. И все можно хранить в таком красивом мешочке. Как вам? И очень выгодно получилось по деньгам, просто буквально прям копейки. И у меня две скидки 50%, один заказ мой, а один на мужа. И я взяла себе во втором заказе вот эти капсулы для лица из серии «Королевский бархат». Когда-то давным-давно я их заказывала, потом появились капсулы NovAge, я ими пользовалась. Но сейчас у меня такая ностальгия по этим фиолетовым чудесным рыбкам. Я решила их заказать. Тем более сейчас весна, и нужно подкормить кожу. Они приходят запечатанные. Сейчас найду открывашечку. То есть с одной стороны фольгу мы поддеваем и вот так вот открываем. Здесь, по-моему, 30 капсул. 28 капсул как раз на месяц. Пользоваться буду каждый день. И эти рыбки содержат в себе масло черного ириса. Кстати, капсула прямо под мое платье. Обожаю фиолетовый цвет. И буду теперь пользоваться, начиная с сегодняшнего дня, буду готовить свою кожу к юбилею. Скоро у меня день рождения, поэтому хочется выглядеть особенно круто. Так, похвалилась. Дальше. Конечно же, я выписала себе очки. И мужские, и женские. Сейчас покажу и те, и другие. Женские приходят у нас в одном футлярчике. Мужские в другом. То есть сразу понятно, где женские, где мужские. В каждом футлярчике у нас складывается салфеточка. Должна, по крайней мере, быть так. В мужских нет, может быть, я ее вынула. Мужские смотрела очки. В женских точно есть салфеточка. И в мужских тоже должна быть. Такая черная салфеточка для того, чтобы протереть стекла очков, чтобы они были идеальные. Потому что и пыль на них осаживается. Душка одна закрыта пленочкой. Итак, женские очки примеряю. Их я уже мерила. У нас есть отдельное видео с новинками. Очень крутые очки. Прекрасно сидят на носу, не давят за ушами. И я еще их проверяла на то, чтобы они хорошо сидели на голове. Потому что очки, которые я приобрела в магазине в прошлом году, они у меня на голове не сидят. То есть я наклоняю голову, и они также сразу падают. И мне от этого жутко дискомфортно. Потому что иногда бывает удобно носить очки именно наверху. Не всегда есть время убрать их
в сумочку. А вот мужские очки меня немножечко огорчили. Сейчас покажу, почему. Они, конечно, очень красивые. Я давно хотела именно такие круглые очки, но у них очень близкая посадка друг к другу. То есть они прям, мне кажется, на узкое лицо, маленькое узкое лицо, потому что очень близко очки друг к другу расположены. Меня это очень-очень огорчило, хотя они, конечно, очень классные. Так, очки мы с вами рассмотрели. Но это далеко не все. Далее, хвалюсь, я заказала две рукавички. Как и говорила, я люблю всегда пользоваться сразу двумя рукавицами. Достану одну, вторую не буду доставать. Прекрасный желтый цвет, очень классная рукавичка, хорошо сидит на руке. Вот эта резиночка плотно держится, то есть рукавичка не слетит. Если рука крупная, то рукавица тянется нормально. Я люблю сразу двумя, потому что если пользоваться только одной, наливаешь гель, сначала одной моешь, потом снимаешь, одеваешь на другую руку и начинаешь тереться с другой стороны. Это неудобно. Я беру сразу две, наливаю гель, вот так вот вспениваю и сразу работаю двумя руками. От этого такой кайф, такой релакс, просто потрясающее купание. Поэтому я вам рекомендую тоже не экономить, уж не такие большие деньги стоят, но прослужит она очень долго. Рукавичка плотненькая, такая качественная, очень хорошая. И мне нравится этот позитивный желтый цвет. Дальше похвалюсь пакетиками. Сейчас у нас вышли новые пакеты для того, чтобы клиентам отдавать заказ. Посмотрите, они стали маленькие, и на них написано «Красота создана Швецией» с одной стороны, а с другой «Я несу красоту». Посмотрите, какое чудо! И, естественно, этот пакет на 100% биоразлагаемый. Вот такой набор, 25 рублей, по-моему, 10 штук стоит. Это очень хороший сервис, то есть клиентам нужно отдавать все в пакетиках. Так, сейчас буду рассматривать все, что сверху. Коробка очень большая, она прям полная. Заказала новинку с ароматом розы, крем для рук. Смотрите, какой красивый цвет флакончика. И мыло. Тоже мыло для рук с этим же ароматом. И у мыла красивая-красивая форма. Я думаю, что даже стоит открыть сразу и посмотреть. Та-дам! Вот, оно очень... Вот перед этим у нас вышло мыло с ароматом розы. Там был более такой яркий аромат розы. А этот более нежненький, не такой навязчивый. И мне понравилась форма, как это все сделано, поэтому будем пользоваться этим мылом. Ну и крем для рук сейчас носить не буду, но тоже взяла для себя, потому что я люблю кремы для рук. Кстати, покажу консистенцию, почему бы и нет. Сразу капельку наношу. Обычно в таких кремах для рук консистенция не слишком густая, то есть он такой легкий крем на постоянку, то есть на каждый день в течение дня несколько раз можно носить крем. То есть легкий аромат приятный и хорошо сразу быстро впитался. То есть я прям капельку нанесла на небольшой участочек, сразу впитался. И мне это в нем как раз и нравится. Так, взяла, себе в запас положила средство для снятия макияжа с глаз. Это водостойкое средство, я его называю «Медуза». Оно очень прикольное. Перед применением его не надо употреблять, его надо применять. Нужно вспенить, нанести на ватный диск, подержать прям поверх глаза на макияже, аккуратненько снять. Буквально 2-3 движения и без травмирования кожи, без растяжения снимается очень быстро и легко любой макияж. Два средства новых. Сейчас сначала палетку покажу. Кстати, про палеточку сняли уже отдельное видео. Я уже на себя все нанесла румяном, хайлайтер. Сделала бронзатором коррекцию небольшую. Вот такая крутая палетка. С одной стороны уже подсказка, что куда наносить. Открываем. И внутри у нее все очень классно. И, кстати, большой объем. Тут даже написано, сколько грамм всего. То есть надолго хватит этой палетки, мне понравилось. Особенно удобно то, что есть зеркало, и можно сразу прямо на себя посмотреть, что мы наносим и как. И почему я достала палетку-то? Я хочу сразу попробовать новые два средства. Их я еще не открывала. Это наши стики. Стик из серии Giordani Gold.
для того, чтобы сделать многофункциональный макияж. Вот какой у меня открылся первый. О, розовенький, как раз я его хотела попробовать. Вот такой вот стик. Смотрите, он толстый, очень толстый. И на всю сейчас выкручу, покажу, какой объем. То есть вот такой объем, чтобы вы понимали, что его хватит достаточно надолго. Я его уже пробовала у нас в бизнес-центре в новинках. А я хочу попробовать на губы, потому что на губы я не наносила. Вот взяла ватный диск, специально снимая блеск. Это из палеточки пленка выпала. У меня просто здесь был блеск легенький на губах. Хочу попробовать эту штуку. Невероятно. Как пахнет. Невероятный цвет. Обалдеть. То есть мы можем использовать ее как румяна, как помада и как тени. И на ключице чуть-чуть, когда подзагорим. Такое золотое свечение. Очень круто. Надеюсь, вам видно через видео. То есть это светлый оттенок. Розовое сияние. Второй. Бронзовый. Его я пробовать сейчас не буду, но открою, покажу. Если получится открыть. Да, получается. Иногда коробочки так запечатаны, что не без подручных средств открыть невозможно. А второй это прям бронзовый. Но я его буду использовать, когда уже будет загар на лице. Потому что на бледной коже он будет смотреться, мне кажется, не очень красиво. Классная упаковка, такие стильные стики, волшебные палочки. Мне прямо не понравились. Так, дальше. Это под заказ кисточка для корректора. Открывать не буду все, что под заказ, я просто показываю. Щеточки для зубов. Сейчас с огромными скидками идет коллекция по уходу за полостью рта. Поэтому у меня в заказе огромное количество зубных паст. Сейчас буду их выставлять. Взяли под заказ очень много. И я себе взяла две пасты. Одну отбеливающую, а одну защитную. Я их очень люблю. Так, еще есть. И, возможно, будет еще где-то там в глубине. Итого у меня 6-7 штук под заказ. И 2, 7, вот, всего 7. Короче, не буду вас путать. С огромной скидкой сейчас идет мыло. Я взяла клубнику и лайм. И взяла свое любимое... с кокосовой водой. Дыня и кокосовая вода – это мой любимый просто аромат. Я уже 3 флакончика лосьона использовала, 2 раза брала гель для душа, мыло постоянно заказываю, когда со скидкой. Мне очень нравится, просто невероятная вкусняшка. Так, что у нас здесь такое маленькое? Это маски, обе, да? Маска огуречная для лица взяла, для себя. Хочу делать прям активно много масок. Сейчас попробую на руке, как она... А смотрите, а она непрозрачная, то есть это питательная, плотненькая маска. Как пахнет классно, прям огурец такой живой, как будто только разрезали. У нее такой приятный, смотрите, мятный цвет, такой зеленоватенький. Ну и на... где у меня ватный диск, вот он еще раз пригодится, сотру. Ее наносим на лицо толстеньким слоем, 10-15 минут держим, смываем водичкой и потом делаем обычный уход. Только обязательно перед тем, как нанесли маску, нужно лицо очистить с вашим любимым средством для очищения кожи. Так, и еще куча очков под заказ здесь есть и еще одни для себя. То есть всего у меня в заказе 5-6-7 очков. Обалдеть! Вот, если что, если очки закончатся на складе, знаете, что их скупила все я. Далее, 2 дезодоранта под заказ из серии Activell, правильно, с лимончиком. То есть лимонный аромат, тоже под заказ для клиентки. Далее, гель для очищения, срочно нужен был, выписала для дочки. Его мы знаем, это Optimals, поэтому... Я его взяла. Так, это тоже под заказ из серии Optimals, антивозрастная коллекция. Ну, что еще сказать? В новом дизайне, очень удачный дизайн. Я хочу сказать, я обожаю все, что с дозаторами. Это удобно, это круто. Спасибо компании, то, что ну, постоянно идет какое-то развитие. Далее. Масло. Масло. Массажное. Мое любимое. Из серии Love Potion.
оно самое крутое из всех масел, которые я пробовала. Потому что в нем все прекрасно. И консистенция, и аромат, и как увлажняет кожу. В основном мы, конечно, делаем массаж, но иногда я просто его наношу после душа на всю кожу. И кожа просто восхитительная. Вот масло я никогда не экономлю. Как говорят, кашу маслом не испортишь. Так же и кожу маслом тоже не испортишь. Далее взяла новинку. Вот такой вот крутой гель для душа. Буду прям сегодня пробовать. Сейчас понюхаю. Какой крутой аромат. Может быть, и духи надо было взять. Я не брала пробник, но я понюхала от каталога. Ну, подумала, ну да, неплохо. Взяла только гель, а он так вкусно пахнет вот из оригинала. Как раз я люблю такие запахи. Он с фруктовыми нотками, знаете, напоминает аромат вкусного, сочного плода манго. Может быть, конечно, ошибаюсь, потому что манго-то там нет в описании, но мне, мои вкусовые вот рецепторы кричат, это манго. Что я взяла себе? Та-дам! Будем загорать, не выходя из дома. Я вам хочу порекомендовать этот спрей. Кстати, это новый спрей. Здесь 100 мл. Раньше у нас был побольше флакончик. Предыдущий, я это пока не пробовала, но обязательно попробую. Предыдущий был просто восхитительный. Мне понравилось, как вот он ложится на кожу без полосатости, потому что раньше у нас были кремы автозагара, но с ними было легко попасть в неприятную ситуацию, когда где-то темнее становился загар. То есть мы ходили как зебры, даже отшелушивали кожу и правильно все наносили. Но все равно, вы знаете, где-то было темнее, где-то светлее. Со спреем у меня просто ситуация кардинально изменилась. Во-первых, оттенок, он стал более бронзовый, то есть ушли вот эти рыжие нотки, которые были в креме. Более простое нанесение. Но, кстати, может быть, будут смотреть кто-то из руководства это видео, а раньше у нас была варежка с губкой, которую мы потом распределяли еще более активно по коже средства. У меня она есть, и я от нее просто в восторге. Прошу вернуть нам эту рукавичку, потому что она нужна. Так, что еще в заказе? Естественно, мицеллярная вода для дочки, потому что она ей пользуется, удаляет макияж, ей она просто очень нравится. Так, что еще? А, подарок! А, я получила часы в подарок. Это третий подарок, а четвертый мы ждем уже в следующем каталоге. Мы ждем телефон! Та-дам! Коробки. Все закрыто. Вау, какие крутые часики! Вы знаете, я часы особо не люблю. Мне очень нравятся смарт-часы, которые были по акции у нас в позапрошлом, наверное, году. Их я стала носить. Но эти часы очень модные, вот с этим ремешочком металлическим. Я сейчас попробую, как они работают. Я не знаю, как их открыть даже. Для меня часы это просто как-то как бы не сломать еще. Я ведь такой мастер-фломастер. Не знаю, что с ними делать. Давайте подождем, когда Миша разберется, потому что он у нас по технике дома главный. И я, потому что не знаю, как их открыть, но они мне нравятся, и я думаю, что я их тоже буду носить, потому что они прям красивые. Самое главное, они модные, очень стильные. Вот такие часики всего за 1 рубль. А к чему я это? Ребят, у нас каждый каталог какие-то проходят акции. Некоторые акции длятся 3 каталога. И сейчас в этом каталоге тоже началась акция с бытовой техникой. Но не упустите момент. Просто потом, когда смотришь на подарки других и думаешь, а я-то что не сделала? Неужели трудно было 3 кюшки сделать? Да нет, не трудно. Просто опять же, если вы понимаете, для чего вы это делаете и что вы получите в результате, то все становится легко и просто. Так, закрываем. Убираю подарок. Одеть не смогла. Далее, в заказе витамины. Кстати, уже пришел, одна пачка пришла, витамины мужские. И коктейль пришли уже в подарок. И за них начислены баллы. Почему? Да потому что мы сделали подписку Life Plus. А именно в этой подписке действует такая акция, что первые 3 пачки мы покупаем за деньги, 100 баллов начисляется, а 4-я приходит бесплатно и начисляются также баллы. А если делать подписку отдельно на витамины, вот у меня еще 2 подписки, они были у меня отдельные, просто витамины, потому что витаминов нам нужно много. Коктейль мы так много не успеваем даже скушать просто.
А вот отдельные витамины за четвертый шаг баллы не дают. Да, они приходят бесплатно, но мы баллы не получаем. То есть минус 49 баллов. Так, отставляю в сторону, как бы у меня все в композиции не рухнуло. И, ой, и каталоги. Не буду все доставать, потому что это целая коробка. Новый каталог уже номер 6. Не терпится его посмотреть. Покажу первую и последнюю страничку. Я знаю, что у нас всегда крутые каталоги, но хочу вам показать вот эту брошюрку. Если она вам придет, изучите ее внимательно. Если не придет, изучите на сайте информацию о новой рекрутинговой компании. Все готово к твоему успеху. И я вам раскрою секрет, на что я нацелилась. Во-первых, собрать всю коллекцию ножей. Вот такие вот ножики вот у нас. Чтобы пришла подставка вот такая крутая. То есть будут ножи в подставке. И еще я нацелилась на один крутой подарочек. Сейчас расскажу, на какой. Просто брошюрку это еще не видела. Ага, нашла. Вот, я хочу электрогриль. Давно мечтала об электрогриле, и сейчас его можно будет получить всего лишь, собрав 500 баллов, и он придет, по-моему, бесплатно. Ну, если даже и за какую-то денежку, то это будет буквально копейки. Чтобы собрать 500 баллов, мне нужно 5 человек пригласить за 3 каталога, которые пройдут первый шаг стартовой программы, то есть Q-Record. Это вообще, то есть в течение 21 дня все баллы наших новичков копятся за 3 каталога, и можно накопить столько, сколько нужно. Ну, нужно поставить цель, например, вы хотите мультиварку, она стоит 1000 баллов, то есть вам нужно 10 новичков за 3 каталога, то есть 2 по 3, а в одном 4 будет новичка, в сумме 10. Может быть, будут новички, которые будут делать еще маленькие заказы. Кто-то 20 баллов, кто-то 30. Все-все-все будет суммироваться. Вы будете в личном каталоге видеть отчет, сколько баллов вы набрали. И, конечно же, вы потом поменяете на желаемую продукцию. То есть не то, что там, ну вот как с часами. Будут часы и все. А здесь мы можем выбирать. И мне это очень нравится. Поэтому что мне остается вам пожелать? Успехов, классного каталога. Всегда ловите удачу за хвост. Дружите с компанией Oriflame, потому что здесь всегда интересно, всегда вкусно, весело и очень много подарков. И до новых встреч! Помните про лайк и вопросы в комментариях. Пока-пока! С вами была Лилия Донскова. GoPro Stop Video!